Здорово! Не прошло и недели, как выходит новый ролик. Я считаю, это уровень. Этот ролик будет максимально необычным. Выживание с иностранцем. Звучит интересно, не правда ли? И у меня есть к вам идея. Давайте проявим максимальный актив. Чтобы этот ролик вылетел в рекомендации, ставьте лайкосики, пишите комментарии. Я читаю все, что вы пишете. Неужели вы бы сами не хотели побить какой-нибудь рекорд? А я, в свою очередь, не буду сбавлять планку. И буду делать ролики еще качественнее. Ну, суть вы, наверное, уловили. Нужен мощный игровой ПК, который позволит насладиться новинками 2020-го? У меня есть отличный вариант. Компания HyperPC уже более 10 лет занимается производством игровых компьютеров мирового уровня. В их ассортименте есть множество решений, начиная от компактного Nano X и заканчивая легендарным Люманом. Компы оснащены видеокартами GeForce RTX 30 серии. И это означает, что вы сможете поиграть в любую игру с трассировкой лучей. И тут есть во что поиграть. Киберпанк, Fortnite, Watch Dogs и еще огромное множество различных игр. Если же больше интересуют соревновательные игры, в которых важен показатель частоты кадров, то и тут компы HyperPC находятся на передовой, ведь технология Nvidia Reflex позволит до 50% снизить задержки системы в онлайн-играх. Высокий показатель частоты кадров позволит опережать соперников на считанные доли секунды. Поверьте, это очень важно. FPS имеет значение. Компьютеры можно кастомизировать под ваш вкус и цвет. Также у HyperPC есть группа ВК, где публикуются самые свежие новости. И самое главное, если вы хотите поддержать меня или просто посмотреть, какие комплектующие они используют, заходите по ссылочке в описании. Вдруг что-то выберете для себя. Приятного просмотра! Пора походу побомжевать снова. Мусорка у нас снизу. Я бы там, наверное, и построил самая привычная зона обитания, в принципе. Hello, guys. Oh, where are you from? You from China? China, yes? I work there the EEK. Oh! Ouch! Ni hao. Ni hao. Ni hao ma? Ni hao ma? Wo lai zi Erosi. Я не знаю, как это произносить. What's your name? My Chinese friend. Ni hao, my friend, ni hao. Тимма. Yes? This is your... What? What the fuck is going on, man? This is Spider-Man, I told you, man. Oh, get banned, bitch. Блин, шкаф открыт? Скажите, что открыт. Закрыт. Ну, я думаю, я не буду мешать этому клану. И шкаф тоже им не будет мешать, в принципе. Ой. Упс. Ё-моё, а мне просто некуда все это скидывать. Блин, это тот, походу, челик, который бегает всех убивает с МПшки. А вон и тот челик бегает, дорогу фармит. Мне бы его зафармить, было бы вообще пушечно. Ричард, понял. О, найс, хорош. Зайдя на сервер, меня сразу же так плотно приняли читаки. Но ливать с этого сервера я так просто не собирался. Дружище, что ты там строишь? Ой-ой-ой, зачем ты это строишь? Мне надо к тебе как бы спуститься поговорить. Я надеюсь, он меня не видит.
come here, baby. I'm fast as fuck, boy. Я разбил единственную лестницу, по которой я мог выбраться. И что делать в этой ситуации, вы можете меня спросить? А я сейчас покажу. Он думает, я выпрыгнуть отсюда не смогу. Я, пожалуй, пошел отсюда. Круговорот бомжей в природе. Он убивает одного, я убиваю второго, и все мы в плюсе. Ну как все? Я. Ё-моё, это мой сосед. Тупо изи, но я думаю, мою хату сейчас рейдят. Поэтому пойду я смол стэшики припрячу. Привет. И тебе тоже привет. Кому еще привет передать? Ай, 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 ай. О, злобный руфкемпер. После того, как я убил их пару раз под домом, они сели на вышку. Да, неудивительно. Ой, ой, ой. Ой, спокойствие, чуваки, спокойствие. Первая попытка заантирейдить базу была неудачная. Я взял Томпсон и вернулся туда снова. Пока у меня дом возле терпилы стоит, нет смысла сейвить все в дом. Я решил проследить за этими ребятами и найти, где они живут.
Опача. Я спалил, как они туда поднимаются. Так это изи получается их контрить? Это у них бункер, интересно очень. Да, это бункер у них. Надо идти сейвить, либо дальше дипать. Не знаю, как можно засейвить. Походу ловить у них уже нечего. Они прям знатно подготовились, чтобы меня одного убить. Зайдя на следующий день, я увидел, что мой домик зарейдили. Но застраивать его не стали, поэтому я вернул его обратно себе и побежал выбивать шмот. Вертолет сбили впритык ко мне, и я подумал, что это мой шанс. Ой, это будет все жестко. Будем честны, я в полной заднице, потому что убегать мне некуда. Oh, this guy dead. Yes. Я потерял свою последнюю МПшку, но я обрел нового друга, шведа. Yo. What's up, man? Sup. Hello. Where are you from? I'm from Russia. Really? Yeah. Alright. So, R17, right? There's a lot of free loot, man, all over the place. I know where live two idiots, which M249 Top Gear set, and we can kill them. And they're so bad, man, it's insane. Yes. They use LR instead of AK. This guy's shooting. I got crossbow. Okay. Wait, I will maybe to kill him. How? Two guys. Oh, two. I'm dead. Yeah. I see, I can give you sleeping bag. Okay. Dude, I got so much that was perfect for us, but I tried to run and he shot me. No problem. Okay, give you another group. Take it, crowd bandages. Oh, you have Revo. What is the good idea, my friend?
We can buy a gun and 556 ammo. On me. Wait, really? Yeah, shop on me. И мы с иностранцем начали выживать вместе. Lol. Okay, that's good. Yeah, yeah, one guy. I see him. Yeah, yeah, on the road, right? Okay. Fuck, I missed. Hit them. Oh? One more. Nice. On this guy dead. Easy DB. One more, or? You can take this shit. Okay. Fire arrow. So good. I have potato. You wanna go for semi first? Oh yeah. My god. I not need roof, a K. Roof, I need a K, please. Please, no roof cam. We can kill DB, you know? AK, bro. DB, bro. Easy. Don't go on the road, you're gonna get shot. Alright, I'm full HP. I see. You see? Yeah. Close? Have revolver. Hit him. Low HP, low HP. You hit him? Yeah, yeah, low HP. Right side, maybe. In tunnel. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Hit him. Kill him. Nice. Yeah, boy. No, one from behind. I got gun. Go. Мы выбили пушку и попались в ловушку руфкемпера. So far here, so far. I'm dead. Shit. So far here. No, please. It's... What did he have? I can't loot this body because this guy fucking roof camp. Noise. I'm dead. Horse wanna eat. But I don't have potatoes. Potato. Potatoes. Go to my wrist. Yeah, you my wrist. Возле нашего домика стоял магазин, где мы могли бы купить пушки и патроны. И мы побежали фармить серу. Попутно я обучал шведа русскому языку. One, this is один. One. Два. Two. Два. Привет, сука. Меня зовут. What's your name? Xerix. Меня зовут Xerix. Yes. Меня зовут Джефф. Yes. My name Дмитрий. Your name is Dimitri. На фарме в серой мы купили 3 берданочки и немного патронов. Okay, bro. Now we kill someone. Yeah. Let's go home. Yeah. Моему новому другу нужно было отойти, и я снова остался один. Hello? Hey, man. Чисто когда понял безысходную ситуацию. Опа, я походу тоже копыта откинул. Блин, он опять сюда спрыгнул. Только я могу вот так поставить ящик, чтобы потом не выйти вообще из своего дома. Пока мой новый друг швед был на учебе, я решил отстроить новенький домик. Сюда. Топовый домик готов. Теперь мне нужно электричество сюда провести. И грядки где-то купить. You so bad. Спасибо за 2 бура. Ой, сколько тут серы, ё-моё. Почти 2-й верстак есть.
Я бегал по карте и искал калашистов, так как калашики мне были нужны. И наткнулся на один очень интересный домик. Теперь уходим. Красиво. Два топ-сета подъехали. Ты еще жив? Да. А я встал, блядь. Вот потом. В смысле, он не сдох? Да ну нафиг. Мне нечем нафармить на ящик. Сорок хп и фул инвентарь калашей. Да это шутка, что ли, какая-то, медведь. China? Hello, China? Наконец-то у нас появилось топовое оружие, и мы могли уже нагибать весь сервер. What? MP5? Nice. Need only 14 scraps. 14? Alright. We need to recycle maybe shit stuff and crafting. Workbench level 2. Okay. Put level 2 in main base. Yeah. Where's potato, bro? Yeah, where's potato? Картошка, say картошка. Where картошка, картошка. Where is my картошка at? I don't know, my friend. I don't have картошка. Fuck you. No. What? We're getting bowed at. Right, right. Oh. Thank you. Yeah, yeah. Be behind the house.
Yeah. Им за этим домом. Двое. Угу. Watch out for DB, please. Right side. Right. Yeah. One more on base. Where is the guy? Дай мне шприцы, Дим. Руф, руф, руф. Хедшот. I don't see him. Kill them. Go boost. Boost. Yeah, yeah, boost. Надо больше. Дальше, дальше, дальше. Сюда. Easy. Kill them. Oh, I'm hit. One more dead. Okay. I see one dead body. And one more die. Hit him twice. Dead. Full dead, full dead. Roof camp? Oh, Balti. Can I kill them? Don't можешь убить его? Я попытаюсь. I'll hit. Слишком далеко. Cover me. А, он низу пошел. Убил, kill him. Nice. После всех файтов мы решили немного обустроить свой домик и поставить две большие печки. Закидываем металл в печки. Ну, кстати, дом у нас прикольно выглядит. Мы потихоньку развивались, ведь хотели зарейдить наших соседей с пулеметом. Но сервер начал по-тихому умирать. No, no, I don't want to play this server. На протяжении 3 дней сервер просто бесконечно лагал, и играть на нем было просто невозможно. К тому же пулеметчиков, которых мы хотели зарейдить, зарейдил кто-то другой. Ну и да, я свой домик отдал нашим соседям, которые жили возле меня. Если ты ливнул, мы забрали лут. Если он тебе понадобится, он у меня. Упс. Это мой сосед. И спасибо всем тем, кто досмотрел ролик до конца и поставил лайкосик. Вы помогаете мне в продвижении, а я в свою очередь дарю вам интересный контент. И если вам понравилось выживание с иностранцем, я могу продолжить с ним играть. Напишите в комментарии, что вы об этом думаете. Всем пока.